Всем привет! Снимаю видео с Питера. Нахожусь сейчас вот на вахте. Наверное, третья фирма, где я работаю. Да, одна в Казахстане фирма была. И две фирмы уже по Российской Федерации ездили. Снимаю. Как снимаю? Работаю, то есть. По вахте. Хорошо то, что самое главное нашел правильные фирмы, которые не кидают людей. Надо пробивать, узнавать. Главное не бояться, искать, двигаться, что-то новое. Например, у меня один выходной, вот раз в неделю выходной, я выезжаю в город, хоть мы находимся от Питера 12-15 километров, город Колпино. Там строим ТЭЦ. И вот в воскресенье я вот выдвинулся. Каждый выходной выдвигаюсь, что-нибудь купил, специально карту приобрел. Тугис в помощь, Google в помощь. И достопримечательства города, где я нахожусь, смотрю. Сейчас вот нашел, вот сзади меня там находится памятник Алия Мулдагуловой. Снайперша. Кто-то бухает на вахте, кто-то отдыхает, кто-то спит. Я решил вот так вот проводить выходной. А вот, да, фирмы, вахты, у всех разные условия. Условия бывают гадкие, плохие, где-то терпимо. Ну, ты едешь на вахту, ты по-любому должен знать. Ты едешь на вахту зарабатывать деньги. Условия это дома твои условия, которые тебе предоставят семья, дом. Узнавайте у друзей, звоните, общайтесь, интернет, социальные сети. Двигаться надо, жизнь идет. Очень интересно. На тех выходных нашел сквер Виктора Цоя, также в Санкт-Петербурге. Нашел, где он работал, в кочегарке. Туда заходил, это все в видео будет. Народ добрый, доброжелательный, подсказывает. Пока сюда я доехал, до Алии Мулдагуловой, наверное, 3-4 человека останавливали, прям интересовался. И вот потом меня направили, куда правильно идти. Все, всем удачи. У кого будут какие-то вопросы, пишите, отвечу в комментариях.